Друзья, совсем немного времени остается до стартового вбрасывания в матче Акбарс-Торпедо. Надеемся, что Казань станет для нас гостеприимным городом. И мы отправимся в Екатеринбург в хорошем настроении. Вперед, Торпедо! Польза. У нас есть 20 минут, еще будем стараться выходить, работать, забивать. Шварц перехватил, забил! 4-3! О! 4-4! 4-4! О! 5-5, Кирилл Ураков! Нога Воронкова не будет считаться частью площадки. Да, в колено попало. Спорный момент. Я считаю, это гол был. Ну, правило есть правило. Опять Торпедо, я думаю, мы сравнили, как получилось. 11 голов уже.